Здравствуйте, уважаемые садоводы-огородники! Меня зовут Русских Иван. Я вас приветствую на канале «Про цветок». Сегодня мы поговорим с вами о защите растений от болезней. И поделюсь я с вами оригинальным рецептом усилителя препаратов. Многие из наших подписчиков жалуются, сталкиваются, сообщают об этом, что препараты, реализуемые в торговой сети для защиты растений от болезней, не работают, неэффективны. Конечно, можно нарваться на подделку, очень не хочется нарваться на подделку, но что греха таить, бывает и такое. С другой стороны, надо признать, что длительное применение средств защиты растений, химически синтезированных средств защиты растений, сделала возбудителей болезней устойчивыми. И это не значит, что вы никогда не применяли, а теперь применили, но они не сработали. Что это именно у вас в теплице образовались такие устойчивые формы патогенов. Вы их могли принести на одежде вместе с семенами покупными, с грунтом. И вообще они по воздуху летают на самом деле. Ветром принесло, это нормальное явление для возникновения болезней растений. Что же делать? Каким образом выйти из этой ситуации? Многие блогеры, к сожалению, и в интернете просто в статьях можно прочитать совет, что вы возьмите более высокие концентрации препаратов. Однако это очень опасно, хотя частенько и работает. Почему опасно? Потому что препараты, многие препараты, особенно системного действия, химически синтезированные, имеют склонность накапливаться в продукции. Вторая проблема – это то, что более высокие концентрации препаратов начинают быть фитотоксичными, то есть они, в свою очередь, сами повреждают растения. Таким образом, прижимают растения, снижают его продуктивность. Как выйти из этой ситуации? Второй совет, который можно очень часто услышать и от блогеров, и в интернетных статьях, это комбинировать препараты. Да и сами производители препаратов зачастую производят такие комбинированные, сложносоставные препараты, которые содержат несколько действующих веществ. И именно для того, чтобы снять вот эту устойчивость растений. Ну так мы одним препаратом работаем, потом двумя препаратами работаем, потом тремя. Будем комбинациями работать для того, чтобы наконец-то избавиться от этих болезней. С каждым разом все снижая и снижая эффективность использования препаратов и повышая их дозу. А нам это надо? По-моему, совершенно не надо. Есть, однако же, способ, совершенно как бы никто его почему-то не знает и не пользуется, хотя надо сказать, что это не мое личное открытие, это открытие в том числе российских ученых. Это использование одного усилителя, о котором я вам сейчас расскажу, который способен существенно увеличить чувствительность возбудителей болезни к тем препаратам, которые мы используем. Там тот же Привикур, или же это могут быть препараты прямого действия, там фундазол, хотя он, конечно, очень токсичный, его сейчас перестали использовать. Ридомил, он тоже, конечно, токсичный, его тоже лучше в защищенном грунте не использовать. Ну и топаз, и скор, и многие-многие другие препараты, пинкоцеп, пинконазол и так далее, которые мы все-таки вынуждены использовать для того, чтобы побороть болезни. Способ настолько натуральный, естественный и простой, что просто нельзя им не воспользоваться. В основе этого способа лежит использование такого достаточно широко распространенного в природе соединения, как тимол. В растениях тимол чаще всего встречается в эфирных маслах растений семейства губоцветные. И наиболее концентрированное, наиболее высоко содержащее тимол масло – это масло тимьяна. Тимьян – замечательное растение. Оно очень приятно пахнет. Именно его запах характерен для тимола. Тимол является известным антисептиком. Например, с целью антисептического действия тимол добавляют в широко известный препарат ингалипт, который вот пахнет тимолом и в какой-то степени пахнет чабрецом. Так вот, можно использовать такое широко распространенное растение, как чабрец. Оно, конечно, растет и в лесу, но из леса лучше его не изымать. Лучше его изымать со своего участка, развести его и стричь.
Если у вас нет тимола, можно использовать реализуемое в магазинах, в аптеках масло чабреца. Оно тоже вполне эффективно. Итак, как использовать чабрец сам, чабрец тимьян? Для того, чтобы сделать эффективный усилитель, нам понадобится вот такой вот мощный большой пучок тимьяна. Вот если его запихнуть в литровую банку, вот вы посмотрите, это получается полностью наполненная литровая банка, плотно-плотно утрамбованная. Вот такое количество тимьяна, не надо его сушить, можно использовать свежим. Чабреца тимьяна необходимо сварить в течение 10 минут в 2 литрах воды. И обязательно под крышкой, для того, чтобы тимол, который все-таки довольно летучее вещество, не покинул эту систему, не растворился. Для того, чтобы еще лучше тимьян, из тимьяна тимол выделился, добавьте буквально чайную ложечку средства для посуды в этот раствор при варке. Вы можете сварить в кастрюле, можете сварить необходимое количество микроволновки. Пожалуйста, накрыли блюдечком, поставили в микроволновку. Или кастрюлю накрыли, чайная ложечка средства для мытья посуды не испортит вам никакую посуду, в которой вы готовите свою еду. Если тимьяна у вас нету, в этом случае возьмите 1 чайную ложечку эфирного масла чабреца. Вот это количество настоя, которое у вас получится, потом надо отжать тимьян как следует, или вот это количество масла, чайная ложечка масла эфирного, это достаточная доза на 10 литров раствора любого фунгицидного препарата, за исключением минеральных фунгицидных препаратов, медсодержащих, для того, чтобы а. усилить их действие, б. снять вот эту устойчивость патогенов к препаратам, и в. можно даже несколько уменьшить, процентов на 20 уменьшить концентрацию препаратов для того, чтобы обработать растения, тем самым минимизировать вред окружающей среде при внесении этих препаратов. И что еще важнее, особенно в защищенном грунте при выращивании плодовой продукции овощной, это вред своему здоровью. Воспользуйтесь этим рецептом. Если вы выращиваете тимьян, пожалуйста, при каждой обработке фунгицидными препаратами обязательно используйте не чистую воду, а отвар чабреца. На самом деле, сколько и как бы вы его ни сделали, чуть больше концентрация, чуть меньше концентрация, в любом случае эффективность вашей обработки значительно увеличится. Не игнорируйте этот органический, абсолютно натуральный способ увеличить эффективность средств борьбы с болезнями растений. Надеюсь, наш совет окажется для вас полезным, и вы им воспользуетесь. На этом я прощаюсь с вами. Будьте здоровы и счастливы. Всего хорошего!